Вы знакомы с творчеством Михаила Лермонтова? И вот эти закладки, которые вы собрали, свидетельством тому в наш день, когда мы... Михаила Юрьевича Лермонтова! В глубокой теснине Дарьяла, где роется терек во мгле, старинная башня стояла. Чувством широкий двор, седой гудал себе построил. Театра и кино Илона Маркарова вместе со мной. И прекрасный, потрясающий. Чернее на черной скале, в той башне высокой и тесной, царица Тамара жила. Прекрасно. Он любит тучи роковые. Как демон коварно и зла. Арию Тамары поет солистка Мариинского театра. Солнце золотой, а он мятежный, бросит бури, как будто в бурь. Ропот волн и шум дубров, меж листьев желтых облетевших стоит его нос. Но, кстати, вот сочувствие вызывали не только жертвы дуэли, но и даже... Лучше. Поэтому внимательно слушайте, дорогие петербуржцы. Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость. Глаза. Был классным, а не гласно, конечно, дуэли проводились. Это был самый... Oh, no.
Конечно же, немало воспоминаний, лирических отзывов о балах, маскарадах, оставлено нам Пушкиным, Лермонтовым, Толстым. Но главной частью любого бала – маскарада. Черты другие, да и с иным я занят разговор. Говорю с подругой юных дней, в твоих чертах ищу черты. Вот он сидит, закладывает.